18 ноября в Юргу пройдет 16-й международный кулинарный фестиваль. Участники представят блюда гастрономии, разных национальных кухонь, кондитерские изделия и даже произведения искусства, созданные из пищевых продуктов. Будет проводиться по трем номинациям. Это кулинарное искусство, это кондитерское искусство, это арт-дизайн, арт-модель и традиционные искусства, значит, народов мира. Фестиваль пройдет в один этап. Повара представят свои блюда, а члены жюри оценят их. Награждение участников состоится в актовом зале. Достаточно интересное жюри и представители московского кулинарного искусства, члены ассоциации будут присутствовать в жюри с Москвы. Наши коллеги, наши друзья, как правило, если мы приглашаем, они с удовольствием приезжают. Будет интересно, вкусно, весело. Но, как всегда, как мы умеем делать вот такие мероприятия. На фестиваль в этом году приглашают вице-президента Ассоциации кулинаров России Александра Прокоповича. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства экономического развития, Министерства сельского хозяйства Челябинской области и руководства Института спорта, сервиса и туризма. Одна из особенностей в этом году – это, значит, кухня народов мира. Здесь мы приглашаем диаспоры, которые находятся у нас в Челябинской области. Это будет армянская, это будет азербайджанская, значит, диаспора, это таджикская диаспора, это узбекская диаспора и так далее. Гости фестиваля не только продегустируют множество кулинарных шедевров, но и испытают свои способности в кулинарном искусстве. Студенты кафедры технологии и организации общественного питания проведут мастер-классы.